Жители Абакана нашли у себя на дачах человеческие останки. Находка может быть больше 2000 лет. Сейчас их внимательно изучают эксперты. История из первых уст в репортаже Виктора Бурова. Семья Елены Булганова делает пристройку к дому. Когда начали копать траншею под фундамент, обнаружили находку, которая повергла всех в шок. В земле лежали человеческие кости. Судя по размерам, останки принадлежат ребенку. Честно, было очень страшно, что, возможно, кого-то убили. Здесь, может быть, кто-то жил, какой-то убийца или что-то еще. Ну, страшновато было. Перепуганные люди позвонили в Следственный комитет. По предварительному заключению экспертов, обнаруженному захоронению минимум 300 лет, возможно, и больше. В тот же день, что и семья Бугановых, еще один абаканец обнаружил подобное захоронение. Сергей решил пересадить деревья на своем дачном участке на горе Самохвал и тоже наткнулся на останки человека. Сразу понял, догадался, что, скорее всего, граница какое-то старое захоронение, потому что было выложено все блоками, аккуратно. Археолога Петра Амзаракова факт того, что останки были найдены на обычной даче, ничуть не удивляют. Хакасия – археологическая Мекка. А большая территория современного Абакана в древности была затоплена, поэтому хоронили на возвышенностях, таких как гора Самохвал. На этой фотографии вы показываете, здесь совершенно видны контуры прямые ящика. Да? Судя по всему, это каменный ящик. Традиция совершенно характерная для древних эпох. Судя по пропорциям данного ящика, да, по его размерам, я предполагаю, что, скорее всего, это как раз-таки захоронение эпохи раннего железа, где-то, видимо, самое начало тагарской археологической культуры. То есть этому захоронению ориентировочно должно быть, там, ну, наверное, 2700-2600 лет. По обоим случаям следователи проводят проверку, назначены медико-криминалистические экспертизы. Первые результаты исследований станут известны через 2 недели. Подобные случаи обнаружения фрагментов костей были зарегистрированы следователями в июле 2020 года в Аскисском и Усть-Абаканском районах Республики Хакасия. Согласно проведенным экспертным заключениям, обнаруженные кости принадлежат взрослым людям, а давность их захоронения составляла не менее 1100 лет до момента их обнаружения. Наша задача максимально возможное количество объектов, которые на территории Хакасии расположены, выявить в первую очередь и поставить их на учет для последующей охраны. Соответственно, любая информация о местоположении объекта культурного наследия, археологии в данном случае, особенно о тех, которые нам ранее не было известно, для нас, конечно, это огромная польза. Если выяснится, что найденные останки действительно представляют историческую ценность, они будут занесены в список объектов археологического наследия и, соответственно, охраняться государством. Но собственники участков пока не смогут вести на них никакую хозяйственную деятельность до выяснения всех обстоятельств. Виктор Бура, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.